Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня я нахожусь на крыше нашей коллективной радиостанции «Радио Тамара 4 Дмитрий», и мы с друзьями занимаемся монтажом элементов на 40 метров. Два элемента 40 метров, волновой канал, который нам поломало во время обледенения, и сейчас мы будем их восстановили, и сейчас мы будем их устанавливать на свое законное место, а затем поднимать антенну. Тут со мной присутствует Азамат, Женя и Антон, РГ4Д, РА4 Центр Ульяна-Ульяна и РВ4ЦЛФ. Ну и я, ваш покорный слуга, Р4ЦР. Я вам сейчас покажу небольшой обзорчик нашей крыши, чтобы вы увидели и представляли, что у нас здесь есть. Вот сейчас позади меня находится 5 элементов волновой канал на 15 метров, над ней 3 элемента на 20. Сейчас я повернулся, чтобы вам было видно опущенную мачту, на которой установлены 3 элемента на 20 и будет 2 элемента на 40. В данный момент позади меня находится антенна, 6 элементов волновой канал на 10 метров. Также у нас имеется вертикал. Вот позади меня на 160-80 с емкостными нагрузками. А вот это наш калашный ряд. Это старые поломанные антенны, мачты и секции для унжи, которую впоследствии мы сейчас поднимем, когда поставим на нее сороковку. Ну что ж, друзья, вот мы и закончили монтаж нашей антенны 2 элемента волновой канал на 40 метров. Антенна себя очень хорошо показала, превзошла все наши ожидания. Модель, которую рассчитал нам Павел Р7ЦК, оправдала себя полностью. Прекрасное отношение вперед-назад, вперед-вбок. Проверили ее сегодня в контесте в чемпионате России ССБ. Проверили ее ночью на DX-ах. Все замечательно. А выглядит она теперь у нас вот так.